сожалению, очень трудно выиграть матч, когда мало угрожаешь, когда мало бросаешь по воротам. Вот. Соперник не позволил нам сегодня этого сделать. Вот. Был он побыстрее немножко и в своей, в зоне обороны, и в зоне атаки. Вот. Поэтому отсюда такой результат. Оцените работу голкипера. В принципе, сегодня во втором, третьем периоде нагрузки было много на молодого. И он у вас уже 13-й матч играет, да? Да, естественно, да. А претензий к вратарям нету, потому что дело в том, что все голы были забиты практически с пятака. Вот и здесь, я так думаю, что это в основном... Ну, мы проанализируем, посмотрим. Я думаю, что это в основном вина, скорее всего, защитников и нападающих, которые плохо отрабатывали. Ну, хорошая командная победа. Где-то не все получалось в атаке. Хороший соперник, да. Здорово играл. В позиционной обороне много не позволял нам, да, но я думаю, что мастерство наших игроков решило исход матча. Ну, в целом, можете подвести итог домашней серии игр? Ну, схожие были, наверное, игры в том плане, что начинали... Да, если брать каждый, да, матч, все матчи были непростые, и то, что и проигрывали 0-3, да, и доводили до победы, это самое главное, то, что есть команда, есть характер. Этого дорогого стоит. И главное не останавливаться на этом. Сейчас небольшая пауза. Отдохнем и готовимся.